Всем привет, друзья! С вами канал Сельхозпеределкин. Сегодня у нас 24 июня 2015 года. Это видео будет о том, как мы будем брызгать сейчас при вас поле наше арбузов. Как вы можете видеть, он такой же, в принципе, довольно неплохой, грубо говоря. Есть, конечно, остатки где-нибудь амброзия, подсолнухи падалищные, но это все пустяки. Ну а чего ж мы будем брызгать? Брызгать мы будем маспиланом от тли. Вот, как видите, крутит не по-детски. Не все, конечно, ну процентов 30 на всем поле есть покрученных листков. Вот, пожалуйста. Молочко они себе. Коров, муравьи, блядь, своих коров гоняли на пастбище. Ну, брызгать будем эмтезюком, как всегда, с опрыскивателем. У нас там уже все наколочено, маскиланчик, все. Это делаю для того, конечно, чтобы установить контроль, как и с гербицидом на тыкве, что он не сработал. Ну, дай бог, маспилан хоть попадает эта вся утварь, что здесь. Сейчас мы с вами будем брызгать, и дальше будет видно у нас. Мы закончили, как вы видите, в принципе, воды тут около 1,5 гектара, лили мы воды литров 400, в принципе, вот она уже и закончится, может, там литров 20. Все, теперь мы будем следить, посмотрим, несколько дней дадим ему действие, посмотрим, как будет вести себя тля, и дай бог все будет хорошо, и тогда я вам этот маспилон прорекомендую, если нет, тогда уже нет. Все, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, вот здесь вот слева там ящичек такой на изображении, прям на видео, под видео есть. И все будет окей. Давайте, друзья, пока.